Αυτή κορνάρανε εσένα. Ναι, πήγαινε στην άκρη. Πήγαινε στην άκρη. Αφού πηγαίνει στη μέση. Πού άκρη, γιατί δεν μπορεί να πάω. Ладно, βάζει σου βαρίσκα. За то без этого самого. О, я су. Видите, я его не постригла. Ну, я на трексу, если на меня. Не понравилось ему, не хотел, чтобы постригаться. Костя, скажи всем привет. Приветики. Он спрятался. Привет. Привет. Я мокрый, у меня волосы мокрые. Мокрые. Я мокрая, не мокрая, я волосы мокрые. Понимаешь? Не накрашенная. Кост, ну покажись, где ты там? У нас 28-е, да? Сегодня 28-е, сегодня у меня подписчица выходит на пенсию. Сашенька, тебе хорошая пенсия. В Хабаровске аж она. У нее уже... У нас была ночь, где-то мы в 12 часов, что ли, с ней переписывались. У нас было ночь 12, а у нее уже утро, она уже встала. Собралась идти писать заявление на пенсию. У нее сегодня такой день ответственный. Заяву на пенсию надо писать. И она выходит с сегодняшнего дня на пенсию. Вот. Это... А остальные все дни нормально прошли. Мы, у нас была спячка, лежачка и обжирачка. Вот так вот. Нос мой подлечился. Горлышко тоже. Но голос еще так. Вот так. Поняли все. То фониму, а кома и лигуэхи. Денис Суста. Вот, такие вот у нас дела. Спячка, лежачка, жрачка. Сегодня первый раз выползли на улицу все. Вайс перед Рождеством получил права. Он же сдавал, помните, я вам говорила, врач его отправил на осмотр, делать анализ крови, тогда мы только обнаружили, что у него холестерин. Вот он тогда сдавал врачебные анализы, чтобы сделать новые права. Какой-то здесь закон вышел, какие-то права надо сдавать с возрастом каждые 3 или 4 или 5 лет, я не знаю, я не вдавалась в эти подробности, они пока меня не касаются. И вот получил перед Рождеством прямо вот. Вот и пирос я диплома, я канун. Охи. Πριν για Χριστούγεννα, δεν είναι μία μέρα. 15 του μήνα. Τι λες 15 του μήνα, 24, 25, πότε πήρες. Ναι, πήγα τα χαρτιά τότε. 15-го он сдал и 25-го он получил. 10 μέρες δώσαμε το καινούργιο. Ναι, через 10 дней дали новые права. Вот. А я была дома. Дети ходили, песни пели. Костас, ты сколько, 30 евро, да, заработал? На песнях, да? Ну, почти 30, да. Ну, какой 30? Тебе папа подарил 20. 50. Ну, папа не считается, там другие люди тебе дали. Вот, такие вот дела. Ладно. Они дети хитрые, они ходят по магазинам и песни поют. Магазины не могут же не дать. Дают там по 50, по 10, по 20, по сколько там центов дают. Редко кто дает по 1 евро, а соседи... Сегодня у нас у соседа умерла мама вчера, сегодня были похороны, но мы не поехали, потому что далеко в деревню ехать, в горы туда. Ага. Вот такие вот у нас новости, девочки, мальчики, на Рождество. А сейчас мы едем в Икеа. Икеа, да не, на фамы? Хотя у нас дома целая кучка жрачки, я еще вчера, я вставлю вам вчера, как мы, прошел день вчера у нас после Рождества, после Рождества, я салат резала, что мы еще делали, торт кушали, они сходили, тортку вчера купили. Костас написал письмо Деду Морозу, нам надо где-то отправить его, а где теперь найти почтовый ящик, мы не знаем. А Вайс поехал в обход, в объезд по городу, не по городу, там, где есть почтовые ящики, а в объезд. Придется, когда на обратном пути поедем, придется там ехать. Будем на обратном пути отправлять письмо, да, Коста, в ящик почтовый складывать. Вот такие вот, еще раз говорю, такие дела. Что еще? Мы сходили сейчас. Куда вы ходили? Скажи-ка. Шоколатино. Шоколатино. Это шоколадный магазин. Ой, шоколадный. Ну, сладкое тут продают. Видишь, мне Кока-кола моя. Купили вот такой торт новогодний. Здесь даже игрушка такая шоколадная. Да, Дина, она шоколадная, да? Ну-ка. Да. Кушать можно ее? Опа. Да.
Он уже ее съел. Вкусная, нет? Ладно, короче, вот такой вот тортик. Это вот такие вот украшения. Они воткнули сюда. Это шоколад. И мы сейчас будем кушать. Костас покушал еду. Коста. Смотрите. Надо это вымыть. Положи, пожалуйста, в мойку. И будем кушать. Нам приятного аппетита. Шоколад такой вкусный, вот этот желтый. Я кусочек попробовала, обалденно вкусные. Вась, посуду мой. А я тут торт рассматриваю. Не только что зашли домой. А я сидела, салат оливье резать начала. Ладно. Поперегорела здесь. Вот здесь, видите, салат оливье начала резать. Тут у меня варятся яйца и картошка с морковкой. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть покушать нам. Сейчас это все дело сварится, и мы порежем. А здесь Вась мясо жарил. Мясо жареное вкусное. Это он в обед жарил. А я кошку кормила, и у него сгорело это дело. Кошу кормила свою внизу. Я говорю, ты смотри, говорю, чтоб не сгорело. А он сидел. Я люблю смотрел. И вот у него такой получился. Ну, вкусный, обалденный. Вот. Все, у нас следующий день после Рождества. Вась пришел. Сейчас будет торт резать. Понял? Это шпакшис. Красивые цветы. Омофалилуя. Стакан твой. После куска мяса торт кушать. И мне мету шоколада, его фелю. На, мету китрину шоколада, да. Идем. Браво, эти, опа. Шоколад, добирайся. И все, мне, ага, спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Коста, ти кумати, Фелис? Έλα, Дина, το γλυκό σου. Δίνος. Βάλε αυτό εδώ. Δεν θα το φάω ακριβώς. Αυτός χουρτάτος. Φτάνει τόσο. Φτάνει, ναι. Φτάνει. Μετά, εντάξει. Χαρούμενο. Χαρούμενο παιδάκι. Λέει, κύριε, τόσο λίγο. Θα βάλω και πάλι. Πάει. Ладно, нам кали орехи. И наносим вот это китрино шоколадаки. Португали, не. Португали шоколада, не. Не, не, есть все португали. Он говорит, португали шоколада. Я говорю, да, это вкус этого самого апельсина у шоколада. Мальчики, я сейчас наделала салатика, я сейчас его размешаю, а потом добавлю сюда уже в размешанный в себе в тарелочку майонез. Остальное все отнесу в холодильничек. Вот. Смотрите, у меня какой горошек классненький, маленький такой. Смотрите, вот. Видите, какой малюсенький горошек. Это фирма Кикнус греческая. Такая вот. Покупайте. Очень классный горошек зеленый. Этой фирмы. Вот. Я все размешиваю. Я сегодня, у меня был огурец, чуть-чуть остался. С покупок я вот сюда тоже покрошила. Так, для вкуса. У меня уже слюноотделение идет. И я хочу Коста сыграет. Не слушайте, Коста сыграет со своими мальчишками. Мы же ему карту купили. Сейчас вечер. И он с пацанами играет. Там 3 или 4 мальчика с ним играют. Вот. Двое с английской школы. И там друзья, короче. Вот такие вот дела. А я тут Вась кушал, салфетку вымазал, всю пастицию мы доедаем, у нас чуть-чуть осталось, вот, сейчас покажу, сколько, о, чуть-чуть совсем, сейчас кошке дам, она очень вкусно кушает пастицию, обалдеть, ей так нравится пастицию, я его мелко-мелко так нарезаю, ей мелко-мелко крошу, и она ее уминает за обе щеки,
Вот, такие вот дела. Сидит уже внизу, пищит. Я ее уже днем кормила. А сейчас еще вечером не кормила. Время уже 9:30. Надо идти кормить. А то она у меня уже там пищит, сидит на машине. У нее уже все. Взрыв всего. Вот. Вот такой солдатик. А я еще не кушала, Вась уже покушал. Пока я сидела, резала салат. Ладно, все, увидимся в следующих видео. Еще вспомню, скажу. Пока мы едем по окружной дороге города Волос, Греция. Как приедем, так я вам должу. Взяла с собой опять новую камеру. Буду снимать, может быть, дорогу, может быть и нет. Посмотрим, куда ее подвешивать, я не знаю. Надо что-то придумать. Ну, попробуем. Сейчас я что-нибудь придумаю. Может быть, куда-то поставлю ее. Надо купить сюда подставочку такую нескользящую. Продается. И чтобы не скользило, ставить. Вот. Все, поехали дальше. Его передакси, я взяла. Он говорит, спрашивает, телефоны взяли? Я и Вайс, и Костас без курток. Куртки остались в машинах. В машине. Вот, 9 градусов на улице, люди в куртках. Он говорит, Костас, я не одену, чтобы не таскать куртку, говорит, в этом самом в магазине, потому что там тепло. Да, там тепло, девочки, мальчики. Столько, такой большой магазин, и знаете, сколько у них расход идет на отопление. Волосы мокрые еще. Волосы мокрые и голова мерзнет. Ага. Девчонки что-то в куртках стоят. Что-то делают. А мне неохота. Ой, какой ветер. Смотрите, какой ветер. Мы раздетые. Оп. А мы идем без курток, а люди в тулупах. Люди жарко, люди мерзнут. А у меня аж... Нос пробила. Ха-ха-ха, пока дойдем до Икеи. Ладно, понимаю. Коста, осторожно, машина. Ап-ап-ап-ап-ап. Все, мы пришли. Какая елка. Она светится вечером, видимо. Ой, как красиво там украшено. Все. Обо. Картину с этими самыми. Как они называются, Коста? Олени. Олени. Ты на туканец. Некала. В деревню такой диван купить. Коста, нет, нет, не надо такой. Белый, он замарается, Коста. Такие вот ноги, как ты, закинут два-три раз. И все. Коста, содесарес хрома. Ему цвет не нравится, Костасу такой. Да будешь на шикуты с авто только на П. Он мягкий очень, надо чуть повыше. Но мы не здесь не будем покупать, мы будем покупать в каком-нибудь другом месте. Вот такие вот дела. На-на-на-на-на-на-на-на. О, этот более высокий. Пьет псилайнов то. Какой-то цвет серый. Какая-то ткань такая. Есть еще такой же маленький. Вон там стоит. И тут такой большой. Ладно. Главное, все черное. Почему-то черное я так сильно не хочу, чтобы все было черное. Да? Эля, шико, мама. Девочка вон там маленькая шла и пела. Все видит. А это что такое, Коста? Фортистис, фортуна. Да, да. И киты, и тип вот это меня. Вот такой мне нравится островочек. Вот так вот, чтобы сделан был. Да, Коста, не-не-не. Вы брожулька. Давай, вылази. Я Лиас Фалес. Опа. Я взяла книжку новую. Кузина. Кузина — это кухня. Красиво нарядили. Вот эта вот елочка мне нравится в Икее. Она такая пышненькая. А другие какие-то, блин, страшненькие. Костасу нравится вот эта лампа. Она открывается.
Но только черная спальня. Мне черная спальня тоже не нравится. Смотри, какая красивая елка. А сколько стоит этот самый? Гирлянда стоит 25 евро. Вот эти вот горячки. Ладно. Хороший компьютер. Нравится? А? Малис. Кроватка такая здесь. Кремастерс учу. Хотите, то и вешайте. На, здесь чак-цак. Ох, что там, Коста? Катрефтис. Ну все, кавалер. Ну какой он. Фест от ю? Не хочешь. У Костаса киевская спальня. Только диван в другом магазине покупали. И шкаф папа сам делал. Платяной. Остальное все у него из Икеи. У Костаса полки, столы, шкафчики. Все у него купили в Икее. И нам обошлось не очень сильно дорого и очень классно. Беленькое все. И Костасу нравится. Вот этот столик у него такой же беленький. Ему очень даже нравится. Коста! Так что, кто будет детям покупать, я, может быть, кто не видел у меня комнату Костаса, посмотрите. Я показываю иногда. Еще игрушки. У Костаса очень большой набор вот таких вот игрушек есть, самого дороги и поезда. Да, Коста? Мягкие игрушки. Смотри, рука какая. Плям-плям. Пять. Дай пять. Баба, дай пять. Дай пять. Ну, баба, дай пять. Коста. Кола пенде. Имена? Оп. Кимена? Оп. Попрыгаем. Ой, сбился. Ну-ка, переспорно. Тормоза. Наступать нельзя на эти самые, на клеточки. Ну, у тебя ножки большие уже, ты уже вырос из таких игрушек. Вот у Костаса такой же коврик есть. Вот такой вот, да, вот этот я их, и ты Костан 90. Сан авто. Тоже брал маленький, но очень удобно, я ему под стол постелила, чтобы он игрался, когда сидел за столом, делал уроки, делал, чтобы ноги не мерзли зимой. Потом он берет. Потом уберем, когда вырастет совсем уже. Да, Коста? Подушечки всякие здесь. Сегодня купил себе любимый салат. Он, ему нравится этот салат. Оп-оп-оп. Партаки улетели. Криво, Архитейдуа. Открывается дверь и любит Коста. Да. Эласты. И куда фельдошу пули? Вали. Я не хочу столько кока-колы, мне надо водичку, а где ее взять, я не купила. Купили просто картошку, нам сегодня вот с этими штуками дали один в подарок и салат вот этот. А картошку мы взяли... На! А картошку мы взяли просто так. Вот там. Ваня. А Ваня, как всегда, шаломаш. Сын ямаш. Вали мене до лігу сода, на ріош лігаки. Іду. Стані. Стані ямаш, Коста. Покрестився. Костас покрестився. Ека не ставро, Костас. Далі ж гіртеш. Каному ставро на фама. Все, вот такую вкусняшку мы сейчас будем кушать. Я сейчас салатик заправлю маслечком. Бываю всех. Сальца, на дуке мажу сальца и киго. Аникс эту сальца. Баба, дашь поставить кота в рухи? Мене лигу иду, вали. Баба, дашь лигу поставить кота в рухи? Автына, Христо, Тани. Костас не хочет ничего кушать, только ему салат давай. Да, Коста? Прогулялись, почти ничего не купили. Вешалки в деревню я купила, в шифоне беленькие. И все. И губки мыть. Я за уборку, за все. Пока балкон мыла старой губкой, стала старой, и все выкинула. Купили губки для мытья посуды.
И все, поехали в машину быстрее, потому что холодно на улице, а мы без одежды. Мороженое не стали есть, ничего не стали есть. Покушали и все. Опа, сразу холодно. Ох, как криво. Ох, ах, криво. Фу, Коста, стоматишема, апуки, да не-не. Апуки, пойдемте в парковку. 700-800 евро. Сарайчик, 700 евро. Короче, здесь музыка играется, и меня YouTube забанит, если я ставлю музыку. Везде будет без разговора, если что-то я сниму. А если нет, то не сниму ничего, потому что музыка играет очень громко. И новогодняя, при том, что тра-та-та-тра-та-та. Елки продаются здесь. Да уже елки все должны быть распроданы, они уже еще продают здесь. Или просто для красоты. Сейчас посмотрим, сколько они стоят. Пуланы авто де лады. Пошуканут авто. Ну, я же, да коня я вру. Там, папа, это не елка, это, я не знаю, авто да не де Христу генетик, пошли где-то авто. И не молокучка, и не, да не эла, то алло, и не. Είναι ελατοειδικό. Ναι. Смотрите, какие красивые. 20 евро стоит. Распродажа, распродали. Потому что... Тетя, на пару мы? Просто на ксановалю мы. Тут шпите. Охи, дефели. 20 евро елочки. Ой, какая красивая елочка здесь. Сверкает. Смотрите, какая красивая. А здесь вон какая стоит, смотри. Ну-ка. А здесь другая совсем. Здесь уже высохшая. Ой, а вот эта мне нравится, большая. Какие-то авто, да, она? Как сосеночка такая же. А здесь написано что-то. Ты на авто? Фидулев, он какие-то графы ты дал, то нео. А, и не в хи, кафе на Шегрепше, гадала вещь. Все, кто здесь работает, написали пожелания на Новый год. Всем вам. Читать все не буду. И здесь тоже елки продаются. Пойдемте дальше. Музыка играет. Музыка играла, ничего мы... Стоп, стоп. Мы только прошлись, и ничего не этого самого. Машина ехала, я сказала ему стоп. Ничего не купили, я купила семечки опять этих самых цветочков. Называется алисум. Вон дерево валяется. Нет, пама. Альфуровая, да, Филь? Ну, рисаку, ну, так все. А покина в гуме, ки пама, что ж пить, да, на пам по финалю. Новая теплица. Кинурья, не ты, ты же. Фермакипия. И кинурья, и палёки, халясу. Охи, на, и дойны урею, кинурья, валяна. Делают новые теплицы, вот такие вот, вот видите? Дексия? Да, дексия. Кипама. Стефники удос на Пашке, мы до нас тривис. И до ины деко шутера, да не неки. Здесь очень путаешься, а здесь двойная дорога, тут и там. Или нет, или там, или тут. Короче, не знаю. Везде написано стоп. Откуда кто едет, не поймешь. Ладно, все, мы поехали до дома. На почте отпустил письмо Деду Морозу в этот ящик, да, Коста? Вот там, вот видите, ящик желтый. Написал письмо, мы в деревне Вайсу, в Белестину с Ларисой заехали сюда, потому что в городе надо будет разворачиваться, ехать по городу, останавливаться. А здесь мы никому не мешаем. И письмо пай, и турограмма пай, Коста? Пай, все. Сейчас. Με σύνδευλο θα το στείλω. Ναι. Με αεροπλάνο. Вот такие вот дела. Так что все. Поехало наше письмо Деду Морозу. Оп. Велестину. Ты вот это надумай, ты надумай. Памусты Лидл, памусты супер. Оп, сега. Мама, что ты тут запаме? Парецика у Лобольтес. Мне, говорит, уже надоело гулять. Фимуса. Фимусес. Ой, я канес тоже дулески Фимусес, Коста. Ох, ладно, вот. Захаропластивый. Ох, и накима... Крест, ну, вижу. Вот, захаропластивый, да. Захаропластивый, это сладкий магазин, где продаются сладости.
Понятно. Все ясно. Все, я едем. Едем теперь в Волос. Да, здесь в Лаке, да. Вот. Альфавита шоп. Маленький магазинчик. Так, Липон, здесь Липон, короче, протырию, это продажа бензина здесь называется, ну, типа бензоправки. На протырию Шель, здесь до Нового года есть такая распродажа, 20 литров солярки, бензин, чего ходить, заливаете, и дают игру детскую, я не знаю, как называется. Ну, вот, короче, сейчас мы остановились, заливать здесь бензин будем, ой, солярку, вон ребята нам заливают. Ребятки работают здесь. Лица нельзя показывать. Вот. И за этим в Лидл. Хотя можно было и здесь затариться в супермаркет. А, нет, он маленький. Здесь ничего такого нету. Сейчас принесет. Видимо, игру нам принесет. И сейчас заправимся. Вайс уже не заправлялся с того... Как сказать? С того времени, как мы собирали оливки. Это уже прошло... Две недели точно прошло, не помню, уже третья неделя прошла. Вот эта праздничная неделя третья. Вот так вот. Ладно, мы почти доехали до дому. Почти. Пошел с папочкой. Куда-то папочка пошел. Видимо, там пошли брать игрушку эту. 10 евро она стоит. Какая-то игра, я не знаю, как она называется. Потом Косос покажет вам. Ладно. Ладно. Безладно, прохладно. А там у мужичку меняет дворники. Видите, они там стоят. Вот так вот. Заехал, купил дворники. Что-то не нравится. Что-то не то, Вайс разбирается с ними. Ругается что-то с ними, что-то не то. Видимо, обман. Обманули. Ну-ка, дай-ка. Ого, Монополи. Новогодние Монополи. Ты, пшема талене? Охи, дальше. Пошугань тавто, дека евро? Ναι, 30 όλα. Και εγώ νόμιζα ότι έβαλε 30 ευρώ πετρέλαιο, όχι 20 ευρώ έβαλα. Ναι. Και λέω λίγα με κράτησες. Και μας έδωσε 11 ευρώ από τα γέλεος. Αχα. Κράτησα και δώσαμε 19 ευρώ όλα. Αχα, все ясно. Все это вместе, 20 литров залярки, игра и все вместе стоит 30. А заплатил 19. Короче, игра в подарок. Да и берази. Фтани сен авто. Ладно, ребята, работайте, мы поехали. Дальше. Короче, не обманули. Короче, не обманули, да? Да ли, напишем, а там вот такие цены. Ой, не видно. Телефтея, але, дэн эхом, лэй, пола. Гати, кати лига, инэ. Вот такие. Вот такие вот. Вот я вали 20 литров, а то я вали 20 евро, да? Малышта.